Сегодня в нотариальной конторе Ленинского района города Бреста не только взрослые дяди и тети решают волнующие их вопросы, но и малыши. Даниилу чуть больше года, но на приеме у нотариуса он ведет себя спокойно и внимательно слушает. Его мама Ольга Готовчиц пришла на консультацию, чтобы узнать подробнее о материнском капитале. Пришла спросить, на что я могу потратить материнский капитал. Девочки здесь очень вежливые, все мне понятно объяснили. Довольна консультация. И таких многодетных мам в нотариальной конторе сегодня много, правда, вопросы у всех разные. В основном женщины интересуются, как правильно оформить наследственные права, удостоверение брачных или иных договоров, заключение соглашений об уплате алиментов, получение согласия на выезд несовершеннолетних детей за границу и другие важные документы. Получить бесплатную консультацию в праздничный день можно, обратившись в любую нотариальную контору или бюро области, а также дистанционно. Такие акции действительно стали уже традиционные, мы их проводим ежегодно, мы очень рады, когда к нам обращаются мамочки с какими-то вопросами, и мы можем им что-то разъяснить, где-то подсказать, что-то помочь. Это очень радует. И в этом году поменялся несколько формат таких акций. То есть любая мамочка может нам позвонить по телефону и посредством видеосвязи, скайп, и мы поможем, разъясним и дадим правильный ответ. Попасть на прием к специалистам можно было по записи или в формате живой очереди. Брещанка Любовь Бразовская о бесплатной консультации узнала случайно и решила не терять возможности. Сразу обратилась за компетентным комментарием. Я ехала в машине и услышала по радио, что проводится такая акция, как бесплатная консультация нотариуса. У меня было несколько вопросов к нотариусу, поэтому я решила вот заехать и уточнить некоторые моменты. Вопрос к нотариусу у меня был такой: бабушка хочет подарить внуку квартиру, и какие документы для этого надо собрать. Рассказать обо всех возможных плюсах и минусах, раскрыть нюансы вопроса и объяснить возможности. Это и многое другое выполняют опытные специалисты в области права. При этом, как отмечают нотариусы, правовая культура населения растет, как и желание знать больше. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.